Привет, слышал? Это нормально, если мужчина не воспринимает вас всерьез. Это нормально, абсолютно. Это нормально, если для мужчины вы не представляете какую-либо ценность. Это нормально, если мужчина вас не ценит, ну и, собственно, не воспринимает вас всерьез. Также у него нет ощущения, что вы можете, там, к примеру, ну, допустим, к примеру, от него уйти. Да, то есть вот, ну, в случае, если, например, вам что-то не понравится. То есть это связано с тем, что в отношениях вы себя позиционировали как-то вот не совсем верно, что человек отреагировал и воспринял вас так, что с вами можно делиться подобными вещами. С другой стороны, существует, в общем-то, ну, существует такой же тип отношений, когда люди, в общем-то, совершенно, ну, совершенно спокойно общаются на темы обсуждения ну, каких-то вот таких историй полусексуальных, вот, и ничего плохого в этом, в принципе, не видят. Вот, я думаю, что если вы из таких людей, то, ну, что ж, в таком случае, я полагаю, что нужно просто этот момент принять. Вот, если же вы не из таких людей, вот, если вы не такой человек, если вы чего-то другого хотите, да, если у вас ну, какие-то вот другие ожидания, вот, то, ну, в таком случае, я думаю, что вы себя как-то неправильно даже позиционировали. Просто как-то вот вы себя неправильно позиционировали. То есть вы себя позиционировали, ну, так, что у мужчины сложилось такое ошибочное представление о вас. Вот. Ну, к сожалению. Вот. И, соответственно, с этим нужно что-то делать. Да? То есть, ну, соответственно. Тут нужно либо демонстрировать мужчине, что для вас это неприемлемо. Вот. Тут нужно демонстрировать мужчине, что вы так не хотите, что это, ну, совершенно и полностью, да, не то, что вам нужно. Вот. Либо ситуация не изменится абсолютно никак, и она просто будет вот такой, и все. Вот. Поэтому здесь вот примерно такой момент. Тут примерно вот такая история. Но вот это то, что я могу вам сказать. Это то, что я могу вам ответить. Нормально это или нет? Ну, я думаю, что нормально это или нет, вы, в принципе, можете определить это сами по тому, как
может, ну, как вами эта ситуация воспринимается. То есть, если вам неприятно, то значит это ненормально. Если все окей, то ничего страшного, то все в порядке. Вот. С другой стороны, если вы испытываете ревность, например, если вы испытываете ревность, то ревность это тоже, ну, не самая лучшая история, потому что ревность свидетельствует о том, что вы не уверены в себе. Вот. И тут нужно смотреть, в чем конкретно и почему вы не уверены в себе. Вот, в принципе, такая вот история. Это то, что я могу сказать вам. Вот. Ну, как бы отвечая на вопрос, который вы задаете. Так, в принципе, норма, она для каждого своя, и ее каких-то вот единых стандартов нет. Да? То есть, если вы сами сомневаетесь, в чем-то, то это вопрос в большей степени, наверное, к вам, в чем конкретно вы сомневаетесь и почему. Вот, и стоит ли человек, например, ну, стоит ли человек, например, вашего внимания, если он уже сейчас демонстрирует такие вот, ну, достаточно серьезные различия в восприятии ценностей. То есть, если, ну, грубо говоря, если у вас одни ценности, да, у вас одни ценности, а у него, у молодого человека, да, у него там совсем другие, как бы, ценности. Вот. И мне кажется, что вот нужно просто понимать этот, ну, вот этот момент. Это нужно понимать, подходит там вам, например, этот человек или нет. Понимать уже сейчас, вот, реагировать на это адекватно, спокойно, на то, что у него могут быть у него свои, значит, ну, какие-то представления, да, свои какие-то ценности, свои какие-то, ну, желания, да, и так далее. Вот. То есть это все, в принципе, более чем нормально. Вот. Просто вопрос заключается в том, готовы ли вы это принять и подходит ли это под вот, какую-то вашу систему ценностей. Вот. Потому что если нет, то этот человек вам не подходит. Просто. Это, в принципе, более чем нормально.
На этом все, надеюсь, что помог, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго и удачи!